Всем слова благодарности. Все лучше, все краше становится город. Об этом говорят сами горожане, хотя очень еще много вопросов остается. Мы достаточно денег выделяли и будем выделять для Новочебоксарска, на благоустройство городской среды, на капитальный ремонт тех дорог, которые мы не отремонтировали. Реально сектор экономики развивается, комфортная среда есть, есть предприимчивые предприниматели, они риски берут на себя, создают новые рабочие места, соответственно, это тоже очень важно для самореализации молодежи.